В наших коллекциях редко увидишь принты и узоры, однако на этот раз мы подумали, а почему бы не использовать их? Так что в новой коллекции различных принтов и узоров достаточно много. Мы уделили особое внимание текстурам, создали многослойные образы. Коллекция определенно получилась нетипичной для бренда. Мы сотрудничали с канадским дизайнером ювелирных изделий. Пожалуй, это станет для многих сюрпризом, ведь раньше мы не уделяли украшениям такого внимания. Но в этом сезоне мы почувствовали, что наряды надо дополнить аксессуарами. Нам нравится глиттер, нравится роскошь. Главное, чтобы все было сделано со вкусом. Итак, перед вами наряд из ткани с богатым декором. Ткань искусно расшита, но это еще не все, ведь поверх мы нанесли рисунки из кристаллов Сваровски. В вышивку и так вложено много кропотливого труда. Но мы пошли еще дальше и сделали декор еще богаче. По-моему, это платье служит воплощением роскоши. Над декором сапог работал дизайнер ювелирных изделий, с которым мы сотрудничали в этом сезоне. Мы решили, что лаконичные черные сапоги непременно нужно украсить.